А, Брюс, заходи! Что делаешь? Да вот, фигурку из домино собрал. Как тебе? Молодец, Стивен! Ой, какой я неловкий! Ты это нарочно, да? Да нет, ну честное слово! Вот всегда ты так. А если я тебе постоянно бы все портил? Случайно. Тебе бы понравилось? Ну, понравится, не понравилось бы. Но я бы не стала за таких мелочей устраивать целый спектакль. Ну да, конечно. Да точно тебе говорю. Мир. Мир. И спорим, что ты, случись с тобой подобное, разозлишься первее меня. Так что ты проспорил. Ай-яй-яй, Стивен, ну вот как тебе не стыдно? Ну, мам, он ведь первый начал. Неважно, кто начал первый, виноваты вы оба одинаково. Вот ты, Брюс, виноват в том, что задираешь Стивена. А ты, Стивен, в том, что стал вести себя как Брюс. И это очень-очень некрасиво. Вы все поняли, ребята? Да! А теперь давайте-ка пожмите друг другу руки и помиритесь. Но только в этот раз по-настоящему.